Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Мюл, набор инструмента. Код товара 58070. Набор состоит из 120 предметов. Мюл — это компания из Харькова, но инструмент делается на заводе в Китае. То есть это заводской Китай, но Мюл отличается очень высоким качеством инструмента и довольно-таки демократичной ценой. Отзывов очень много в интернете о данных наборах или наборах, о данном наборе или о наборах инструмента Мюл. Это можете почитать и убедиться, что качество наборов на высоте. Поставляется набор в такой вот рыжей упаковке. Важная информация: высшая проба, есть знак Украина. То есть наборы высокого качества, есть награда. Три рабочих квадрата, 1/4, 3/8 и 1/2. Состоит набор из 120 предметов. Материал изготовления указывает производитель, это CRV, хром-ванадиевая сталь. Сзади есть комплектация, что находится в чемодане. Три трещотки, 3/8, 1/2 и 1/4. Особенность трещоток Мюл, они немного идут с изгибом, вот такой вот небольшой. Ну, многие говорят, что так даже работать удобнее трещотками, чем прямыми. Но трещотка под квадрат 1,4, она идет прямая. Рукоятки здесь комбинированные. Пластик, резина. Вот эти вот рыжие вставки, это резиновые идут вставки. Посередине пластик. Хром-ванадиевая сталь написана на металле. И логотип Мюл на рукоятке есть. Есть реверс вправо-влево. Трещотки на 72 зуба, мелкий шаг. И быстрый сброс головки. Трещотки идут разборные, то есть выкручиваются винты, три винта, и можно обслужить внутри механизм. Три кардана, 1/2, 1/4 и 3/8 соответственно. Карданы скреплены здесь вставками металлическими. Так, дальше. Удлинители. Начнем с удлинителя под квадрат 1,4. Он здесь 1, 50 мм длина. Под квадрат 3/8 имеем 2 удлинителя. Длина 150 и 75 мм. И под квадрат 1,2 имеем 2 удлинителя 250 и 125 мм. Отверточная рукоятка под квадрат 1,4, присоединительный квадрат, длина 150 мм, ручка здесь из пластика идет, есть присоединительный квадрат, можно подсоединить трещотку. Ну, или удлинить, но тут не получится сильно удлинить, потому что удлинитель на 50 мм есть дополнительный. Отверточная рукоятка применяется или с головками под квадрат 1,4, или можно применять с битами через переходник. Здесь специальный переходник. Надеваете на рукоятку. Но биты здесь под 1/4, здесь их очень мало. Вот это весь набор. То есть в основном это биты Торкс идут. Даже не в основном, а одни биты Торкс. Далее я покажу еще под 3/8, там их намного больше. Не сказал по размерам трещоток. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 250 мм, под квадрат 3/8 200 и под 1/4 150 мм длина трещотки. Теперь по битам. Есть биты под 3/8 и под квадрат 1,4, которые используются с переходником, это я уже показывал. Тут биты только Торкс. И биты под квадрат 3/8, общее количество их 17 штук. Есть торкс, есть шестигранные, есть крестовые и шлицевые биты. Но в наборе они присоединяются только к трещотке. То есть воротка Т-образного или Г-образного или отверточной рукоятки нет. Только с трещотками 3/8. Можно ставить кардан, вернее кардан-удлинитель.
и подсоединять еще к линителю. Особенность набора, здесь есть дюймовый набор головок. Общее количество дюймовых головок составляет 23 штуки. Вот они идут по этому краю, вот на кейс. С одного края у нас метрические размеры, с другого края дюймовые. Теперь по метрическим размерам. Здесь головки под 1/4, под 3/8 и под 1/2. Под 1/4 у нас 10 головок, 4 мм самая маленькая. И самая большая головка на 13 мм. Под 3/8 у нас 11 головок, 9 мм самая маленькая и самая большая на 19, 3/8. И под 1/2 у нас 7 головок, 20 мм самая большая и 32 мм, вернее самая маленькая на 20 мм и самая большая на 32 мм. Вес головки на 32 мм составляет 212 грамм. На головках нанесено защитное покрытие. Сталь, здесь я уже говорил, хромванадиевая, это указано на самой головке, и 32 мм. Логотипа Миул на инструменте нет, на металле, то есть не высечен, только на трещотках Миул. Ударные головки. 4 ударные головки для работы с гаковертом. Размеры их 17 мм, головка есть на 19, 21 и еще одна у нас 23 мм. Все головки подписаны в кейсе, то есть согласно размеров и ячеек, где они находятся, есть размерная сетка. Также самодюймовые головки также подписаны по размерам. Так, дальше, головки Торкс. 8 штук, Е8 самая маленькая головка и Е20 торкс самая большая. Головки здесь под 3/8 торксовские. Головки длинные. Общее количество 10 штук, 8 мм самая маленькая головка и самая большая у нас на 17 мм. И две свечные, 16 мм и 21 мм. Свечные головки имеют внутри резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Далее, набор комбинированных ключей. Общее количество 10 штук. По размерам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 и 19. 19 самый большой. Так, по комплектации все. Теперь визуально по инструменту, как он выглядит. Допустим, визуально вы берете инструмент и сразу понятно, как хорошо он изготовлен. Ну, конечно, сталь мы не берем. Производитель указывает хромбонадиевая сталь, то есть инструментальная. С этим все в порядке. Визуально следов отлития нет. Инструмент изготовлен и отлит очень хорошо. И имеет сверху защитное матовое покрытие. Кейс состоит из двух частей. Соединен широкой пластиковой зависой. Запирание на горизонтальные защелки. Пластиковые тоже. Инструмент верхней крышки хорошо защелкивается. Это исключает то, что он будет у вас выпадать. Остается на своих местах. И теперь по габаритам кейса. Хочу еще сказать, чего нет в наборе. И здесь нет Т-образного воротка, нет Г-образного воротка, здесь только идут трещотки. Ну и набор ключей, соответственно, здесь не такой большой, 10 штук. Но особенность данного набора, что здесь есть дюймовые головки для работы, допустим, с американскими авто. Это в основном берут на СТО. По кейсу, вес кейса 9 кг, высота 8 см, длина 37 см с ручкой и ширина 46 см. Запирание на горизонтальные защелки. Пластик, из которого изготовлен кейс, мягкий, но упругий, довольно пружинит хорошо. Логотип Миул на верхней
крышки есть. Мюл инструмент. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш канал, получайте скидки на сайте. Ну а кому это видео помогло с выбором инструмента, ставьте лайк. До свидания.